Всем привет, с вами Левик Геймс, это Roblox Tower Defense. Это, смотрите, безумный режим, и посмотрите, что у меня. У меня ковбой, которого я получил, я попробую вместо ферм поиграть с ним, посмотрим, что вообще из этого выйдет, что получится. Для начала, конечно, у меня 600, и мне немножко не хватает. Нужно подождать, я на следующей волне. Кстати, смотрите, у нас здоровье, 354, нормальное здоровье. Все, естественно же, фармят, что еще правильно делать? Это только фармить можно. Я в это время бы тоже фармил, 100%. Была бы у меня ферма, я бы тоже фармил. Но для начала я оставлю. Даже куда не знаю поставить. Наверное, вот сюда можно поставить, что ли. Надо подумать, куда поставить получше. Наверное, да. Давайте-ка вот сюда и поставлю. Хотя я могу, кстати, вообще поставить вот сюда и с этих сторон. Нет, давайте лучше вот сюда все-таки в начало куда-нибудь. Можно даже вот так вот. Нет, давайте все-таки в уголок. В самый уголок. Чтобы никто моего ковбоя не уволок, да? Вот сюда вот его, оп, в уголок, сейчас подождем. Все нормально, прошли они, ничего страшного нет вообще в этом. Потому что появился ковбой, и это хорошо. Смотрите, что нужно сделать. Вот такую штуку надо сделать, чтобы он самого сильного убил. Для чего? Потому что, смотрите, у него урон 3, правильно? И для того, чтобы он бил вот так вот. Чтобы урон как бы не пропадал, получается. Он вот так каждого побьет, и будет вообще неплохо. Видите, как хорошо? То есть у них по 2. А так бы он, считайте, этого добил бы. Ну и все равно, то есть немножко урон пропадает. Поняли, да, задумку, надеюсь? Ну, надеюсь, поняли. Поэтому вот так вот можно иногда делать. То есть это надо не всегда делать, просто иногда так можно сделать. Это что такое? Что-то я здесь такого не видел. Какое-то интересное. Можно вот это скипать, в принципе, потому что тут ждать особо нечего. Самое главное, ковбоя прокачать на чуть-чуть хотя бы. До 2 уровня и будет вообще нормально. Здесь тоже пока оставляю, чтобы он сильно выбил. По той же самой причине. Потому что он будет хотя бы всех тут потихонечку бить, набивать, и будет вообще нормально. Он может, конечно, видите, пропустить единственное, что кого-то, вот как этого, например, чувака. Но не... Да, видите? Ну, чуть-чуть. В принципе, то на то и выходит. Переключаем уже на первого, все нормально. Пока, вы представляете, все фармят. Это как так? Все абсолютно фармят. Кстати, давайте посмотрим, что они говорят вообще. И говорят ли они вообще что-нибудь. Нормально, все фарм абсолютный. Ну, кстати, хорошо, знаете что? Они все фармят, это, конечно, здорово. Ну, правда, не очень. Вроде бы пока. Но они, главное, знают, где фармить. Это самая основа основ. То есть, если они знают, где фармить, то, соответственно, они потом знают, где ставить. Значит, они думают. А если они думают, то, значит, вообще все хорошо. Когда думают, это прям вообще супер, правильно ведь? Еще немножко жду, чтобы у меня уже денежки пошли. Мне бы парочку ковбочков, и было бы вообще хорошо. Пока нормально стреляет. Пусть он тут стреляет, настреливает. Пока неплохо. Более-менее, по крайней мере. Ну, вот так, да. Неплохо. Чуть стреляют. У нас здоровья все равно огромное количество. Поэтому вообще я даже не переживаю. Все вроде нормально идет. Все хорошо. Можно скип нажимать. Даже не переживать. Нажимайте на скип, люди. Что ждать-то? Волну можно скипать. Они как раз все подформят. Мне интересно, на какой волне. Но мы вообще, мне кажется, до 10 вообще свободно доживем. Хотя не до 10, до 7. Потому что на 7 же эти медленные. У них здоровья много. Поэтому они там очень много могут вообще снести нам. И один ковбой у меня не справится. Ну, у меня там 2, наверное, будет к следующей волне. Но все равно. Ну, точнее, к 7. Но все равно. Берем вот так вот. Оп. Хотя у меня будет один ковбой. Только, я думаю. 300, видите? Да, на 7 волне. Ну, нормально. Пока вот так. Вот этого точно надо. Ну, хотя нет. Во, все, машина пошла. Вообще супер. Одна машинка очень сильно будет вообще нам помогать. Здесь все она... Спасет нас полностью, смотрите. Да, неплохо. 300 мне бы, 300. Это я на какой волне? На следующей волне, получается, я должен буду получить. Машина еще, кстати, даже выжила. О, сразу 2 уровня, смотрите. Он сразу прокачал до 2. То есть следующая машина пойдет 60. Это вообще будет супер. Видите, как хорошо. Это прям вообще супер. Сейчас посмотрим. Машина выйдет, она же успеет выйти ведь 100%. И на следующий, как раз на 7-ю, на медленных, они будут медленно идти, мой ковбой будет постепенно настреливать. Так, здесь можно уже на следующего, вот как раз, смотрите, как круто. Следующую волну можно не вызывать пока. Пока все вроде бы нормально. Кстати, еще люди, что хотел сказать, все супер, ковбой. У меня появился ковбой, это, конечно, счастье было просто супер-суперное. Просто было офигенно. Есть одна штука. У меня уже скоро подходит 50 уровень. Как только у меня будет 50 уровень... О, тоже ковбой поставил, смотрите. Ничего себе. Это будет вообще классно.
Я начну хардкор, покажу вам, как можно там фармить гемов, кучу там и так далее. То есть все увидите, все посмотрите. Потом акселератора получу достаточно быстро, точно, потому что там фармить очень много гемов можно. Я вам, в общем, все покажу. У меня для фарма гемов есть все. Больше мне вообще ничего не надо. Кстати, кто спрашивал, деньги на что я коплю? Я коплю деньги пока, скорее всего, на золотой крейт. Хочу золотой крейт. Я думаю, он будет важнее. У меня, смотрите, кто может... Ну, просто миниганнер, я не вижу смысла пока в нем. Зачем он мне, если у меня скоро будет акселератор? Поэтому мне лучше золотой крейт. Потому что, смотрите, кто у меня может выпасть из золотого? Получается, золотой ковбой пригодится мне точно. Для соло 100 пудов он будет нормально фармить. Потом, золотой пистолетчик. Это тоже круто. Он на ранней стадии очень сильно решает во многих вообще играх, стратегиях. Поэтому тоже будет классно. И получается, кто и золотой босс мафии. Тоже более-менее нормально. То есть кто-то из них выпадет, будет хорошо. Но, наверное, золотой босс менее всего мне вообще как бы подходит. Так скажем. Смотрите, пока неплохо. Пока фармим потихонечку. Все вроде бы нормально. Можно, кстати, еще вот сюда поставить одного будет. Сейчас как раз уже накопится на него 650. Будет вообще хорошо, смотрите как. Так, уйди, машина. Уберись. Уберись, машина, блин, во. Смотрите, вот так вот делаем. Все, еще один, супер. Мне их нужно хотя бы 5 штук, я думаю, чтобы они хотя бы били немножечко. Можно, кстати, потом вот сюда, наверное, даже поставить еще кого-то вот сюда вот. Тоже, в принципе, да, более-менее. Пусть там фармит, тоже нормально будет. Так, да, я буду ковбоев точно делать 100%. Без фарма. Пока я делаю так. Посмотрим вообще, как это, можно ли играть, и как это вообще получится с этим. То есть будет, я думаю, нормально, наверное. Ну, сейчас посмотрим. То есть наделаю, ну, штук 5, наверное, сделаю я ковбоев, их же должно хватить, ну, как я, по крайней мере, думаю. А потом, в принципе, можно будет что-то еще такое придумать. Посмотреть. Здесь пока нормально, здесь справляемся, машина еще выехала, вообще супер. Здесь, кстати, машина 25, одна, другая 60, вообще хорошо. Теперь делаем вот так вот. И самое главное, осталось чуть-чуть второго ковбоя. С двумя-то ковбоями вообще будет попроще. Так, а кто остальное еще что фармит? На 10-й волне уже можно так-то что-то нафармить. Но похоже, вот, да. Это хорошо. Пулеметчика нафармили. Блин, вот кто так ставит, скажите мне. А нет, что сюда можно поставить, это хорошо. Ну, хотя бы чуть-чуть. Так. Вот так вот, все, супер. Два ковбоя. Вообще хорошо. Стреляют, настреливают. Нормально, здесь миниганнер тоже супер, потому что сейчас машина как раз 60. Ну все, в общем, как раз мы его завалили. И это хорошо. Прямо очень хорошо, мы его прямо здесь сейчас завалим. То есть будет вообще супер. Вот сюда, наверное, да, я поставлю, чтобы... Потому что вот здесь пока, хотя можно и сюда, в принципе, поставить тоже. Он здесь тоже будет более-менее нормально. Просто я думал здесь каких-то нормальных других бойцов поставить. Но похоже, раз вот так вот ставят сверху, то лучше надо бы... Мне как-то тоже... Хотя я, кстати, вот здесь еще тоже могу поставить... Тоже, в принципе, место более-менее. Ну, наверное, вот это будет предпочтительней. Я думаю, что так. Ну, пока смотрите. Ладно, пока вот так пока делаем. Здесь как раз человек стоит. И прямо из-за него никак не поставят. А не, можно, смотрите-ка. Чувак, отойди. Во, все, супер. Нормально. Еще один. Три ковбоя. Пока неплохо. Здесь миниганнера сюда поставили. Здесь еще местечко есть. Вот под этим, если что. Неплохо. Давайте-ка вот так вот сделаем. И еще, давай, ковбой еще хочу. Отлично. Все, уже пошел небольшой фарм, по чуть-чуть, фармим. Можно будет еще вот сюда одного ковбоя тоже, пусть они тоже фармят. А это третьего уже, смотрите. А я третьего не сделал ковбоя, это плохо. Ну хотя ладно, у нас есть пулеметчики, это хорошо. Все супер. Пока здесь неплохо, там неплохо. Еще, кстати, куда можно поставить? Вот сюда. Но здесь, конечно, такое место. Видите, он прям совсем чуть-чуть будет бить. Лучше бы, наверное, вот сюда. Потому что здесь он хотя бы в поворот тоже будет бить. Будет вообще нормально. Давайте вот так. Чувак, отойди. Вот так вот. Раз. Во, неплохо. Неплохо. Завалили. И этого сейчас завалим. Вообще будет хорошо. Все, отлично, 4 ковбоя, супер. Можно, кстати, вот сюда все-таки ковбойчика-то поставить одного. Пусть тоже, да, у него как раз радиус увеличится. Тоже будет более-менее бить побольше. Пока неплохо. Пока фармится, все супер.
Мои только жалко вот этих не видят, но всех остальных они, в принципе, будут видеть, поэтому будет вообще нормально. Давайте-ка вот так. Но, по-моему, ферма все равно лучше, да? Мне так кажется, что ферма все равно получше будет. Во, смотрите, уже ничего себе поставили кого. Неплохо, неплохо. Так, отлично. Денежки капают пока по чуть-чуть. Это хорошо. И еще один. Вообще супер. Деньги идут. Ковбои стреляют. Давайте, наверное, куда-нибудь вот сюда его тоже поставим в краешек, да? Или куда? А, кстати, вот здесь есть местечко. Здесь нигде местечка нет. Но можно все-таки... Может, вообще вот сюда? Давайте вот сюда поставлю все-таки его. Хоть и место так себе, ну, в принципе, нормально, я думаю, будет. Нормально уже тут. Рейнджер вообще супер. Здесь, кстати, командир. Тоже неплохо. Вот так. А командир до меня не достает. Вот так вот сделаем. Все нормально. Смотрите, рейнджеры идут вообще супер. Но здесь, кстати, места вообще всяких разных, где можно что-то кого-то поставить. Кто-то фармит вообще очень много. Давайте посмотрим, кто что фармит. Туркиш. Что он ставит? Пока, наверное, вообще ничего не ставит, да? Нет, Туркиш вообще пока ничего не ставит. И это хорошо. Значит, у него очень много денег. Он фармит очень много. И это вообще супер. Давайте вот так. Здесь нормально. В принципе, что еще можно? Здесь, конечно... Здесь, похоже, никто не видит и никто не поставит, да? Никого. Придется мне здесь ставить. Давайте я поставлю тогда, ладно, своего. Вот так вот сделаю. Вот, вот так вообще хорошо. Теперь еще вот сюда все-таки. Надо побольше, хотя нет, давайте я уже... Уже чуть-чуть буду... Вот так вот делать, смотрите. Нормально. Пока стреляю, давайте стреляйте, мои парни. Стреляйте, настреливайте. Вот этого. Вот, чтобы он 7 наносил урона. О, неплохо, неплохо. Пока фармлю вообще хорошо. Пошел фарм, как говорится. Давайте их все-таки сделаем 3 уровня, потому что они хотя бы чтобы по 7 били. Вот так, нормально. Так, у кого там есть акселератор? Я не знаю, наверное, ни у кого. Вот этот Туркиш, он все фармит, значит, у него что-то есть. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Теперь мои, кстати, хотя бы невидимок вот эти будут видеть, тоже настреливать, поэтому вообще хорошо. Вот, здоровяк вышел. Самое главное, вышел здоровяк. Здоровяка мы, я думаю, завалим, потому что рейнджеры, нормально. Все прям вообще неплохо, вот так. Все супер, вот этих тоже можно прокачивать, раз командир достает тоже до них. Давайте-ка вот так. О, неплохо, неплохо, вообще неплохо. Прям очень хорошо. Ковбой, смотрите, ничего себе, 4 уровня ковбой уже. Сейчас еще подкоплю. О, кстати, там диджей пошел. Ух ты, как круто, диджей поставили. Вообще отлично, смотрите, как классно. Диджей вообще суперное место поставили. Вот люди понимают уже, что к чему. И это круто. Здесь мини-ганнер. Все, тогда. Тогда ждем пока. Здесь тоже можно. Вот, сейчас денег как раз нафармлю. Огромную кучу. Мои командирчики, ой, точнее, мои эти... Ковбойчики. Неплохо, неплохо. Давайте фармите, ребятки, фармите. Прямо очень хорошо они фармят у меня. Так, у меня все они 3 здесь. Все 3. Осталось вот этого только 3 тоже нафармить. Потом командир, наверное, сделает побольше будет. О, смотри, здесь хорошо. Неплохо. Ковбой 5, ничего себе, они уже... Кстати, а 5 и 3, как вообще разница есть? Кто знает. Вот между тем, сколько он денег приносит. Давайте посмотрим, сколько они в основном. 60, да, похоже, уже играет уровень, да? А этот Roblox 7, у него, кстати, есть ферма или нет? Или он тоже как я? Он, похоже, тоже как я. Фармит пока, только фармит. Так, нужно немножко даже, я даже не знаю, что и делать. Капули, мочек неплохо. На меня стакают люди, умеют стакать, это вообще хорошо. Так, ну что вот делать, как думаете, 5 уровня? Ставить, не ставить? Кстати, они так-то ведь больше все равно фармить будут, правильно? У них, смотрите, перезарядка побольше. Давайте вот так, наверное, сделаем. Вот так. И вот так вот. Пусть они хотя бы 4 будут. У, ничего себе, как круто настакали, посмотрите. Вот, люди, кто не видел видео еще по стакам, как правильно стакать. Вот, смотрите. Идеальное место, чтобы научиться стакать тоже. Смотрите. Вот так вот и надо. Здесь вообще круто. Можно настакать огромное количество. Просто все на одной ветке сидят, смотри, просто голуби.
какие сидят птички. О, радостно, смотрите, парень. Вообще отлично. Здесь пока стреляют, там стреляют у меня. Нормально. Здесь настреливаем. Хорошо, пока хорошо. Давай, давай, парни, стреляй, стреляй. Еще немножечко. Так, кстати, а здесь диджей 5 уровня, видишь? Вообще прямо супер. Ну так, давайте сделаем. Как, кстати, у меня ковбой достаю. Нормально, кстати, достаю. С диджеем-то вообще неплохо. Кстати, командиры должны доставать, я думаю, вот этот командир. Золотой мини-ганнер, это ж вообще круто. Куча рейнджеров, золотой мини-ганнер. Кстати, а я-то что сижу, тоже мне надо тоже рейнджеров ставить. Правильно ведь? Круто, круто. Но пока, видите, я фармлю. Что-то как-то получается, по-моему, вообще непонятная штука. Вам так не кажется? С ковбоями, конечно, особо тут вообще не пофармишь. Потому что, смотрите, 30-я волна. У меня денег нет вообще. Но они, конечно, помогают. Единственное, просто стреляют хотя бы. Ну, такое себе. Надо уже ставить рейнджеров по-любому. Просто к этому времени можно уже было давно на фермах нафармить огромную кучу денег, наставить кучу там бойцов. Ну, неплохо. Вот это там выстрел, видали? Просто ковбойская атака. Нормально. Вообще прямо супер. Давайте-ка, можно, кстати, тоже вот сюда еще поставить. Давайте тоже застакаем. Так, чтобы он тоже стоял. Ой, блин, подождите. Вот сюда вот раз. Во, видите, как хорошо. Тоже супер. Вот так вот, третьего уровня. Такие снегири. Огромная куча их, вообще нормально. А их, кстати, вот сюда еще, да, можно? Ну-ка, кстати, он вообще как достает у меня. В принципе, всю площадку покрывает, и это хорошо. Эти пока стреляют. Ничего себе тут, смотрите, нормально. Просто огромное количество. Можно вот этих тоже на максимум, конечно, прокачать. Пусть они тоже стреляют. В принципе, чтобы как подмога была хотя бы. Но пока не надо вроде. Пока более-менее справляемся. Мне даже не видно ничего. Что происходит, как говорится? Давайте посмотрим еще, что можно. Нет, или давайте все-таки их на максимум я прокачаю. Хотя бы немножко. Ну, в плане не то, что немножко, ну, чтобы они хотя бы, блин, пользу приносили по 18, у них нормально, хоть более-менее ДПС будет. И они хотя бы начнут хоть что-то делать. Вот так вот делаем. Во, неплохо, смотрите, вот так вот у меня выглядят. Мои ковбойчики крутые, посмотрите, как классно. Вот уже скин, другой ковбой. Нормально. Я, кстати, даже не знаю, какой мне больше нравится. И это такой прикольный, даже базовый прикольный ковбой. Нормально, сейчас они настреливают вообще хорошо. Прямо супер-супер. Сейчас еще вот этого прокачаю на максимум. Неплохо. Все, завалили. Вы посмотрите, как. Просто круто. Мы валим всех вообще. Да, они даже не вылезают из своего норы. Просто сносим все подряд. Нормально еще и вертолет. До кучи. Посмотрите. Все. Что происходит? Нет. А, помогите. Слышите? Это какой-то хаос. Что здесь происходит? Нормально. Вот сейчас настреливают вообще неплохо. Все, мы просто всех вырубили. Так можно сделать. И вот этого тоже можно прокачать. Где-то у меня человечек. А, он еще вот так у меня не прокачан. И сейчас еще. Вообще неплохо. Посмотрите, они бьют хорошо, далеко. Круто. А теперь вот сюда вот еще. Вы видели, как мы их снесли? Не оставили живого места на них. Ну ладно, пока ждем. Смотрим. Все, больше точно не буду делать. А нет, вот этого надо, наверное, делать. Придется вот этого делать, потому что, ну, конечно, до него диджей не достает. Но делать надо, чтобы он деньги... Нет, хотя давайте я пока оставлю его так. Оставлю, пусть стоит. Нормально, пока настреливают, настреливают, вообще неплохо. Сейчас надо мне вот это делать уже. 8400. Видали как легко. Смотрите, но единственное, ковбоя, конечно, нет. Вот в такой тактике, когда очень много, видите, все стреляют, то есть ковбои даже не успевают, в принципе, настреливать свой урон. То есть они прям чуть-чуть совсем настреливают и все. Вот там. Ну так себе, да? По-моему, не особо хорошо. Давайте-ка я пока вот так вот сделаю. Вот так. Пусть будет. Теперь еще один рейнджер.
Вот так, неплохо. Давайте еще один рейнджер. Нет, не хватит. Пока нормально. Здесь, кстати, как раз 4 рейнджера можно поместить, и будет вообще хорошо. О, видите, как отлично. Нормально. Вообще прям неплохо-неплохо. Вот видите, мои вообще ковбои ничего абсолютно не наносят. Пока валят просто так люди. Все остальные. Здесь 4. Так. Вот. Отлично. Все супер, смотрите. Вот посмотрите, какая у нас атака. Просто жесть. 37-я волна. Ну пока нормально. Пока пусть все это дело у меня фармится. Но по деньгам получается даже вообще, ну, намного меньше выгодно. Посмотрите, как круто вообще вертолеты долетают. Просто класс. Прикиньте, сколько их будет максимального уровня. Уже места некуда поставить. Просто некуда поставить. Потому что фермы, получается, больше не нафармят реально. Да, они, конечно, не стреляют. Эти хотя бы дамаг какой-то наносят. Но, с другой стороны, проще через фермы накопить. И там уже дамаг, получается, будет более-менее. В общем, я не знаю. Пишите в комментариях, что считаете лучше, хуже. Как вообще? Давайте вот так вот. Оп. Оп. Вот так неплохо. И еще разочек сейчас вот так вот. И будет еще один рейнджер. Отлично. Давай, валим, валим, валим. Просто посмотрите, как мы их испепеляем просто. Живого места не стоит. А представьте, вообще мы этого босса завалим, он вот до сюда, например, только дойдет и все. Как думаете, получится так или нет? Ну хотя нет, мне кажется, он все-таки так далеко пройдет достаточно. Здесь нормально, все, вроде бы можно уже рейнджеров куда-то ставить, другое место попробовать. Можно, кстати, вот сюда рейнджеров ставить. В принципе, давайте так и сделаю пока. Вот сюда вот можно же. Так, вот на эту точку никак не поставить? Нет. Ну вот сюда зато можно поставить. О, неплохо, все достается. Нет, хорошо. Теперь давайте еще одного. Вот и неплохо. Здесь огромная куча. А, вот же еще, да, точно, смотрите. Это вот я, получается, неправильно сделал, потому что надо было вот здесь вот сначала поставить чувака. Я даже, видите, я эту карту особо не знаю, как тут ставится и где ставится. Тут надо снизу тоже начинать, сначала вот здесь ставить, а потом уже наверх. Ну-ка, давайте вот так. Здесь уже не достает, это плохо. Ну ладно, давайте вот так это прокачаем. Вот так вот раз. Два. Все. Пока стреляется, все хорошо. Здесь стрельба, там пальба. Все супер. Сюда, кстати, кто встает? Вот сюда кто-нибудь встает, интересно? Встает командир. А давайте я так и сделаю. Давайте я командир. Потому что у нас всего лишь один получается командир. Я его на максимум. Он точно пригодится 100%. Все это бустит. Он как раз достает вообще почти до всего. Просто будет супер. О, все, последняя волна пошла. Ничего не надо продавать, видите, как хорошо. Теперь нет, денег получается намного меньше. Посмотрите, у меня даже рейнджеры не прокачаны, ничего. Так, забустили. Это хорошо. Вот так вот. Теперь давайте сейчас я буду бустить. Сразу как подойдет. О, посмотрите, мы уже завалили. Мы начинаем валить уже, ничего себе. Давайте вот так. Давайте, парни, в атаку, все, кто только может. Посмотрите, как круто. Просто легко. Он что-то встал тут, что-то делает непонятное. Вот, сейчас ты получишь нормально. Давайте вот так, прокачиваем. Отлично. Еще, давай. Посмотрите, у него половины здоровья уже нет. Это просто самое легкое, что может быть только. Нормально, вертолёты, все по нему, просто валим со всех сторон. Теперь давайте-ка вот так вот, сейчас только закончится, я сразу загущу. Все, буст, и все. Это вообще было легчайшее просто. Но смотрите, мы с вами выяснили, этих добьют сейчас, выяснили, что ковбои вместо фарма такое себе, по-моему, даже очень плохое. Потому что при фарме я бы больше нафармил, у меня нет даже рейнджеров максимальных, командиров, ничего нет, в общем. Поэтому так себе, ковбой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.